Точки общественного питания на втором этаже торгового центра «Красная площадь» возвращаются к привычному режиму работы. Фудкорт теперь доступен для посещения. Ковидные ограничения были вынуждены меры, но заболевание пошло на спад. Массовая вакцинация сделала свое дело. Теперь ритм жизни возвращается в доковидное русло. Наконец-то появилось это чудо, пришел этот день, открыли наше рабочее место. Было время, когда мы работали все с собой, люди брали с собой. Конечно, да, были посетители, но отказывались, не кушали, большинство уходили. Особенно рады этой новости мамы с детьми. Взять блюдо на вынос можно было и во время ограничений. Но если взрослый еще мог перехватить сэндвич на ходу, то малышам нужно пообедать в комфортных условиях. Для этого в фудкорт-зоне есть специальные кресла со столиками. Гораздо удобнее, мы тоже ждали, и тоже с ребенком, и также мы хотим и детский уголок, да, и посидеть, и поесть, и попить, но это, конечно, удобно. В любом случае, на коленке и где-то в углу стоять не хочется. Мы всю зиму ходим с ребенком, единственное, что работало, это паровозик и кофе, который надо быть, ну, пить стоя, да, маме. И сейчас очень классно, что открылись, мы уже поиграли на аттракционах. Вот сейчас ребенок наконец-то сидя поест блины, попьет водички, не надо это все делать на коленках. Так что, ну, очень здорово, спасибо. Теперь отпадает вопрос не только где пообедать с ребенком, но и чем занять малыша. Вместе с фудкортами на втором этаже торгового центра открылась развлекательная зона и детские комнаты. Мы этого очень ждали. Мы надеялись, что все-таки это случится. И вот оно случилось. Мы сегодня первый день, мы очень рады. Ждем первых наших людей. И вот люди приходят и очень рады этому, что наконец-таки есть куда прийти поразвлекать детей и отдохнуть вместе с ними. Сегодня в первый день сразу здесь мы вот играем. Нам очень нравится. Ровно 10 дней назад в Краснодарском крае уже отменили проверку QR-кодов о вакцинации на входе в торговые центры, кафе, фитнес-клубы и бассейны. В поликлиниках возобновили проведение профилактических медосмотров и диспансеризацию. А с сегодняшнего дня фудкорты и игровые комнаты стали доступны для всех жителей и гостей Кубани. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.